Работа над титулом «Цветущего сада поэзии». Я вставил новый текст на Деванагари, и он по умолчанию всегда распадается. То есть по умолчанию Деванагари всегда будет ошибочно написан, если не задать стиль. Так вот, этот стиль, конечно, задается через одно место. А стиль абзаца, посмотрим, здесь ли. Нет, не здесь. Абзац. Да. А многоязычный постручный компоновщик. Вот нажимаем, и все сработало. Теперь осталось только сверить. Ну, получается, Деванагари того же кегля, что и текст на латинице, выглядит мелковато. Поэтому мы его укрупняем. Смотрим здесь 12, здесь 10. Ну, получается, мы укрупняем его до 12. Вот. Теперь все. Так, я вставил сверху шире, покрасил того же цвета. Здесь все же плотновато. Я не вижу проблем с тем, что мы выйдем за пределы этой рамочки. Ну и пусть. Выход незначительный, зато читать будет гораздо легче. Вот. Так, у нас сжатие минус 5. А здесь нету. Нет, сжатие не нужно. Наоборот, можем даже немножко разжать. 5. Ну, даже так можем сделать, чтобы слова не наползали. Вот как-то так. Может быть, даже здесь сделать немножко иначе, попробовать. Centuries. Даже, наверное, надо спрошу. Согласно, если уж так. Anthology. Я даже не знаю, как лучше в плане. По смыслу, конечно, philosophical treatises должны быть вместе, но чисто визуально, ладно, посмотрим. Значит, и, похоже, я хочу покрасить цветок в тот же цвет, что и, собственно, у нас титул двухцветный, поэтому можно еще обыграть. Да, наверное, да. Обыграю рисунок. Вот так. Я хочу сделать, чтобы титул, значит, сада поэзии был, перекликался с титулом Бхартрихари.